Приветствую всех, с вами Сенсей. Добрался я до Ассасина, слава богу. Связался я с этим Алан Вейком вторым. Обплевался весь, на какая-то нудяга, блядь. Шерлок и то кручено. В говнине какой-то, весь вымазался в говне в этом, блядь. В этих новых играх просто куски говна какие-то делают. Эх ты, блядь, синячую. 300, бля, бежать, ребят. Давайте по крышам, наверное, все-таки попрется, блядь, да. Получше, бля, попрету. Что-то я не могу понять, вот это вот падшие короли. Вот совсем картинки нет, какие-то. Какая-то белесая картинка. То есть я хочу сказать, что солнца вообще в этой части нет. Постоянно какой-то мрак. Ужастик какой-то. Блять, тоже он теряется нахуй. Как, блять, в Alan Wake. 2, Alan Wake 2. Ну их говно, блять. Ёб твою мать. Меркается в ад. Было бы другое название, я понимаю, но то смерть показали нам, блять. И все. И сиди, копайся, блядь, в бумажках, блядь, детективной работы. Хуже некуда, только в фильмах, блядь, детективам хорошо работать, да. А это возня машины, блядь, одна писанина. Вот и мы такой херней мы и занимаемся. Чё, блядь. Блядь, давайте его столкнем. А как его, блядь, пиздануть? Нихера. Постой! Сука, чурбан! Нет, нихуя не упал! Эх и мерзавец, блядь. Хитрый жаба, блядь. Как дела? Мешок с говном. Какой-то мы в другой район попали, да? Эх ты, нихера себе! Вы видели, блядь? Вот так вот, ребята, блядь. Собрать сразу, как ахита. Три очка, чё, отводится. Короче, понятно. Вон, посмотрите, какая графика-то, блядь. Вот графика какая должна быть, блядь. Вот. Чё там нам втирает в Alan Wake втором? Говнина какая-то. Я начал там ходить по этой всей дресне и просто мерзость какая-то. Графика, блять, ее никто не видит, эту графику. Нам надо залезть вот на эту пистульку. Где там чурбанет? Где моя эта палка-то, бурчалка? Туннелик, похоже, кто-то чужой. Леон. Эх, блять, дураки, блять, вонючие, да. Слышу я, пищит она там, эта свинота, блядь. Где залазить-то, я не пойму. А? Сюда еще выше, что ли? Дон Кихот, блядь. Точно нет. Я вроде как бы отметина была, раньше была, нет? Я ошибаюсь? Залез, смотрите. Кто это орёт каждый раз? Я вот понять не могу. Он свистит, что ли? Чего? Кто это делает, блин? Чё надо-то здесь делать-то? Куда? Вот на ту, в ту башню, что ли, идти? Куда-то подвал показывает. Куда-то вниз. Как спрыгнуть-то, блядь? Я уже забыл, как спрыгнуть. Здесь почему-то Е, блядь, спрыгивает. Кнопки, блядь, меня бесит. Нельзя, блядь, предназначить, как хочешь, блядь. Зачем такую говнину придумали? Понять не могу. Смотрите, они идут и идут, блядь.
Господа, что поют. Может, мне вот в эту башню надо? Да? Идет он там, чопа. Да я заперся, черт не знает. Смотрите, лестница там какая-то внизу. Где она, эта лестница? Где вот ее найти здесь, лестницу-то эту? Давай, давай, мужик, ёпта. Пыряй туда вниз. Эх ты, блядь. Ничего себе, слабо там народу. Вы что, хотите, чтобы я туда? А, ну это там всякие... Что-то ему надо найти, что ли, я так не понял, блядь. О, как раз нашел, блядь, в этот момент. Опа. А это мое. Эй! Эта дрянь не стоит нашей крови. Когда найдем дверь, будем купаться в деньгах. Че а найдем? Ну, дверь? Или дрель? Ну чё ты замер-то, блядь? Фонарь зажечь, да? Сейчас зачем нам фонарь? Ты упустил Леона, очнись! Ты наглый! Делай, как я сказал! Капитан Роуз его поймал, блядь! Леона? Слышал, он твоих... Блядь, надо всех здесь убить, блядь. Хочется убить всех. Ты ребёнок, не признающий свои ошибки. Трус! Это ты трус? Давайте попробуем всё-таки. Меня призрак по дороге прибьет. Они, наверное, не подойдут сюда, блядь, эти уроды, блядь. Ну чё, чё? Хомяк какой-то. Ты смотрел на него? Бред. Может, ты смотрел? Тогда покажи, что в карманах. Пошёл назад. Ты мне не веришь. Ладно, тогда я иду к капитану Роузу. Сейчас умрёшь. И что это? Что-то не так. Негодяй! Не сбежишь! Ты мой... Куда ты, блядь, пробежал-то, дурак? Эх, сука, баран, блядь. Накуренный, блядь. Это докурило его. Эх ты, блядь, ничего себе, блядь, смотрите эти. Шелупень-то, блядь, вонючие, блядь. Она, я думал, они какие-то... Мешки с говном, блядь, смотрите-ка нас. Я думал, только эти дерутся, это копатели какие-то, олигофрены. Ходят они тут, стояки ловят, блядь, ассасин. Че я беру, зачем я все это собираю, блядь, говно? Прищучим, что ли? Тут еще один где-то копается. Так, давай сжигай эту тресню-то свою. Че он не сжигает-то? Я нажимаю ее. Блять, в этой игре, мне кажется, вообще невозможно никакие замки вскрыть. Просто я, наверное, не лазю, не ищу всякую тресню. Чуть такой. Какую-то мерзость взял. Эх, ни хера себе. Пятерик. Работает. Не надо было тревожить сон королей.
Только не говори, что веришь в эти байки про призраков. Так куда я нам видел идти? Одного внизу, поздно ночью. А сколько ты тогда выпил, интересно? Надо их обоих сразу. Возьмет он обоих. Опа! Вот, блядь, ассасин какой должен быть. Не это от сосина. Говнина, блядь, всякая хуйня на мечах там, блядь. Он наемный убийца, он должен тихо, блядь, всех на жопу сажать. Это, я считаю, что это вообще лучшая часть. Очень мне нравится вторая, очень нравится мне вторая. Ну, блядь, там такое вступление с ума сойти, как я всегда говорю. Просто усрешься, блядь. Там бегать по всякому. Первый раз, когда играешь, да, а когда уже знаешь, что как, уже не хочется переигрывать. Надо было за вторую взяться, конечно. Может быть, после нее. Блять, старые игры эти лучше выглядят, чем новые, нахуй. Ну чё я не понял, блять, куда идти-то, блять? Понять не могу никак. Рассосать это дело. Тут закрыто, блять. Чебуреки меня там какие-то увидели. Вон они сюда идут, блять. Чтоб тебя! А кто это сделал, Антуан? Кто это натворил? Я? Я вот такой безобразник, блядь. Есть. Блядь, нахер я собираю эту трясню? Я понять не могу, вот как на мост на это залезть. Ну давай, давай, чё ты, блядь, задрочил-то, блядь? То везде лазишь, блядь, то нихуя залезть не можете. Надо, значит, где-то обходить, блядь. Где-то, вот здесь, наверное, надо обходить. Народ миллиард, блядь. Опа. Слави разбойник. Давай поворачивай свои мозги, блядь, в другую сторону. За угол, да, и наверх, наверное, где-то так. Смотрите, встал этот чурбанёк-то, блядь. Только мерзавец, блядь, надо его убрать. Сейчас уйдет. Да ладно, хуй с ней, увидишь, увидишь. Да. Просто там пьёт, блядь. Кто на новенького? Уноси готовенького. Уноси. Эх ты, блядь. Ты чё, блядь? Вы видели, блядь, прям вгрызло он ему, блядь, коленом, нахуй. Рыбакопы ёбаные. Ой, да они тут тюфяки штара. Опять это, что ли, с замком, блядь? Смотрите, я то открыл, что ли, да? Ну ладно, хуй с ним, бросает дресню. Пожалуйста, кто хочет, ради бога, но мне это нахер пизда. Зачем мне фонарь, блять, когда я здесь? Видал дворянина? Слыхал, как они говорят? Бля, в эту игру прям сидишь, отдыхаешь, интересно играть ее. Прям вот как будто гадят золотыми слитками. Да в полчаса горшки. Я продержался во второй части этой Alan Wake. И что? Во второй части, во втором Alan Wake. Кровушка-то голубая из их шей. Буквально всю Францию залила. Мертвец и говорит. Вот. Теперь даже родившийся на самом дне ада может подняться на вершину Олимпа. Отпусти, он еще об этом меня, не знает. Этого вот ты говорит. Хочешь, малыш? Подняться? Да, я вижу. Тщеславие. Мы похожи. Роуз. Командир Бонапарт. Есть о чем доложить? Лишь об этом. Есть. Докладывай. Вот сюда, пожалуйста. Найди дверь, к которой подойдет ключ. И награда превзойдет любые твои ожидания. А что за этой дверью-то? А это наш малыш-нарушитель. Это кто тут еще малыш? Да я чуть ли не выше, тихо. Чем... Поучился бы дипломатии. Роуз, полагаю, ты сопроводишь юношу наверх? Конечно, командир. Убить. Что? Нет! Пустите меня!
Че, начнем с ребятки, бля? Давай! У меня еще ребенок, а у меня свои дети! Хорошо. Призраки королей! Да уж, вот и застал врасплох. Блять, мелочь пузатая, блять. Твое время пришло. Отдать придется. Вы видели, блять? Вы видели, что тут, блять, творится, блять? Видели, да? Вот, блять, в какие игры надо играть, блять. Alan Wake, блять. Говнина всякая. Вам херс. Изыди, нечисть! Никакой я не призрак. Меня прислала Марго. Мадам Марго? Ты хочешь сбить меня с толку? Здесь чужой! Постой, гражданин! Гражданин, блядь. Мой гражданин тебе в рот не влезет. Идите сюда, блядь. Блядь, вонючий. А где он этот главарь-то, блядь? Это ты! Беги, пока этот клинок для тебя! Блядь, я замахнулся первый, сука! Жирная свинота, блядь. А эти что стоят, блядь? Не тыщут мне, блядь. Трищут, блядь. Ну чё, идите сюда, обезьяны, блядь. Чего, блядь? Ну-ка нахуй. Меня ещё никто не уходил, блядь. Улики. Всё, нахуй. На жопе. Да это соплю о-о-о. Вытащим мы сегодня, ну нет? Ну что, сбит с толку? Живее, надо спрятаться. Подтормаживает, конечно. Лагает она, подтормаживает. Груту бросили, блядь, и порезали, блядь, на куски. В моей блядь, крепости заберем график, его позже. Блядь. Ну ты даешь. Не собирается я возрождать. Лучший боец, что я видел. Ну, не, а как возрождать с такими видеокартами с говёной? Где учился? Смотри, тут собака. Ух ты. А я за домом тренировался. Да только особо не с кем. Все борцы за свободу в Париже, как и ты. А твоя мать? Мадам Марго? Она мне не мать. Мама из Морисков. Она вернулась в Испанию. Ну давай, а пошли, блядь, эти собаки сейчас зажрут вот тут, нахер. Станет спокойнее, и родители вернутся. Сюда, пошли. Научился я лампу зажигать. Надо было держать, а я что-то затупил. А пока там же надо бы оружие достать. Это предоставь специалисту. Да в стримах где вообще плохо, когда убрал заливаешь, ничего не видишь половину. Вот так смотришь даже сам, это когда ты. Я играю, а потом пересматриваю рывками. Кусками. Ага, еще бы. Я знаю, что делаю. И что же? Все на поверхности, а не вижу. А раз уж ты тут, дело должно пойти быстрее. Слушай. Что? Сначала нужно достать манускрипт. Мы должны защитить его от врагов Франции. А, ясно. Надо вылезти наверх. Так, куда идти-то, я не пойму. Куда это обезьяна-то бежала мелкая-то, блядь? Чёрт. Блять, где это говно? Включай хуету. Неплохо. Ну чё, блять? Ну чё не бросает-то, блять? Что случилось? Не убегай! Я не хороший! Хорошо бью, режу, бью! Сука, хитрец какой, блядь, мешок с говном, блядь. Вы видели, как я успел, блядь, на черпануть эту мерзость, блядь? Ну давай, блядь! Блядь, тоже промахнулся я, вы видели? Чем ты тут кидаешь? Ты дурак, что ли? Я не пойму, блядь. Бежать надо было. Ты тут... ебальником торгуешь. Не спасти. Чё, затыкали меня, да? Бля, я только увидел, когда он загнулся, только увидел, что у меня жизни-то нет, блядь. Да они тут отвлекают всякой хернёй, блядь.
кидать, бросать, блядь, пердеть, свистеть их. Да плевать, иди давай так, нахуй, сейчас лампу ищу, блядь, тратить, блядь. Смотрите, они не дают эти суки идти, блядь. Смотри, не зазнайте. Он защищается и не прыгает, блядь. Кусок говнины, блядь. Неплохо. У него дудка-то, блядь, да? Все, ладно, пошли, нахуй, нахуй. Куда ты, блядь, спустился-то? Сейчас стрельнет кто-нибудь. Вот ты где! Все, бегите нахуй отсюда, блядь, шелупенью. Не успел убежать вот этот черт. Кто это такой, блядь? Чё это за чурбан, блядь? Какой-то бессмертный, что ли, блядь? А? Чё у тебя есть там, бессмертный? 15 рублей, блядь. Ух ты! Лучше, чем в байках про героев. Это потому, что байки врут. Это... вроде бы. Никто важный нами не интересовался? Ходят слухи, что маркиз де Сад задает много вопросов. Ну, камеру-то, блядь, переключайте, ёпты, я же не могу, блядь. Плавает она тут, нахуй, и поймешь как. Сопля это опять убежала вперед. Зачем нанимать такого мерзавца, как Роуз? Ему нет дела до наших целей. Бойня, бойня. Что нужно... В Alan Wake я за полтора часа стрельнул два раза, блядь. Еда, разумеется. Вы апеллируете лишь к их эгоизму. Но вы просчитались. Так игры начинать нельзя, блядь. Ваши люди мертвы. Я знаю натуру людей. Все их страхи и страсти. Роуз негодяй? Несомненно. Но я, Наполеон, направлю его и использую во благо Франции. Неплохо жил на острове там. Он там бунт хотел опять тут поднять. Если каждый будет рассчитывать забраться наверх. Склонил там свою сторону. По-моему, артефакт в этом храме даст им иллюзию надежды. И нас ждет слава. Вот так он и не вырвался с острова. Остановим его? Спасем народ Франции. Наверно, блин. Так мы только отсрочим неизбежное. Ты что, струсил? Тебя попросту убьют. И какой в этом прок? Звук ну пропадает. Ну что, не хочешь, да? Тогда я сам. Тихий становится. Стой, Леон! Да ладно, чё, блядь, нянька, ёпты. Туземец, ты? Опять этот ящик вонючий. Все, блядь, что ищи, ищи. Что тут надо, блядь, искать-то? Просто, блядь, смотрите. Говни, блядь. Вот масло. Посыпай. Пойдем зажигать их. Как зажги что-то? Понять не могу, что тут там. Какие-то знаки. Да наверх, что ли? Ну, давай прыгай, чё ты, блядь? Прыгун вонючий, блядь. Кира, он не прыгает. А он, блядь, не прыгает, ты за это дресни, блядь. Блядь, обезьянка, нахуй. Чи-чи-чи, блядь. Нет, вот здесь не прыгает, а вот здесь... Да зачем нам туда идти-то? Мне кажется, все-таки надо здесь как-то это. Нет, какие-то тут следы, вот это. Надо что-то разгадать тут. Че это такое следы? Он ничего не говорит, блядь. Две плиты надо активировать.
Давайте, ладно, пойдем туда наверх. Попробуем как-то забраться. Вот сюда вот по диагонали не прыгает, черт туда. Вон, вон там кольца стоите, блядь, там по кольцам. Блять, он нигде не может залезть, ну. Легофрен. Да, может, надо идти. В этой игре все есть, блядь. Весь ассасин. И прыгалки, и скакалки, и стелсы, и все прям, блядь, и убийцы. Оп, какая-то шляпа, блядь. Я что, за шляпой, что ли, просто прибежал, блядь? Просто за шляпу прибежал. Надо было не сюда идти-то, блядь. Какой-нибудь серогор был. Эй, Рис! Куда ты полез, бля? Я хотел прижаться к стене, блядь. Сволочь! Дураки, блядь. Давайте, сука. Дурь, конечно, блядь, да? Поймал я их тут, нахуй. Потому что он приклеился у меня к стене. Ну иди сюда. Чего ты, блядь, встал-то, блядь? Дурак, блядь. Конь педальный, бля. Плиты, блядь, две плиты. Сюда надо нам бежать. Давай ты сейчас сожгешь всю лампу-то, блядь. Терпай дресни. Я хотел на халяву, блядь, там, да? Тут идти, блядь, глаза вытрачишь, ёпта. Я хотел на халяву, блядь. Порез, блядь. Вы видели это, да? Смотрели стрим я делал на это, Call Duty, блядь. Гранатой в башку убил, блядь. Гранату кинул, блядь. Она не взорвалась, а убил этого дурака, блядь. Ой, сука. Как зеленый фургон, блядь. Вот там, да, тоже пизданул, блядь. Ну вот я одну плиту нашел, да? А где вторую-то взять, блядь? Может, я как раз оттуда вот сейчас пришел. Вон там, наверное, вторая-то, нет? Сейчас ведь тут свалится у меня этот чурбан. Эх ты, блядь. Стоит, стоит, сука. Запрыгивай, блядь, быстрее. Вот сюда, да. Да, потеряемся отсюда. Где вторую-то, блядь, взять? Я так не понял, блядь. Вот там, в той комнате, может быть, где я наверху был, блядь. Или еще куда-то выше подниматься, блядь. Может, вот здесь где-то. Я что-то не вижу это. Так, одну я... Здесь же вот показывают следы, наверное, вот этой херни. Вот я нашел, да? Там я нашел. А что там за красная дресня вот эта? Я что-то не видел. Так, а вторая где? А вторая вот сюда что-то ведет, блядь. А, вот она, ёпта, ничего себе, блядь. Крысы, блядь, ну-ка пошли нахуй отсюда, шелупень, блядь, вонючая, блядь. Вон отсюда, блядь. Ну чё он не нажимает-то, блядь? Борис. Столкнул. Ну-ка давай наберём эту дресню. Сейчас, блядь, вниз покатит ещё, да. А чё тут горит всё? Чё тут надо зажечь-то, я так и не понял, блядь. Интересно вот это, я же DLC-то вообще не видел. Блять, вылез куда-то совсем вообще. Привет, Арно. Привет. Понимаешь только насилие? Так получай! Туши. Вы вне закона, а потому мой долг избавить. Не надо повалять! Эй, да, в игре есть, конечно, раздражение, блядь, немалое, но игра сделана очень много анимаций, блядь, и сейчас... Я здесь, брат! Эй,
Их ты нихуя себе алепарды свои поищу, блядь. Давай быстрее, блядь, Славчик. Все уже, нехуй стрелять. Туда, куда ты прыгаешь, блядь? Вон в ту сторону прыгать надо было. Иди обратно, кусок говна, блядь. Не прыгай он туда, смотрите, блядь. Не хочет и все нахуй. Наконец-то, блядь, просрался. На трех что-то там со мной, коллег. Приветствую вас. Что, подходим мы уже? Тут какие-то вот фигуристы, смотрите-ка. Может их завербовать? Да, зеленые жабы. Жабы. Почему зеленые? Какашки. Зеленые какашки. Оп. Строимся. Оп, чурбанё, блядь. Вы посмотрите, какая одежда на них, как выглядит, блядь, одежда её. Где, нахуй, ни в одной игре вы не увидите такого, блядь. Всё, блядь, нет таких игр, блядь, с такой графикой. Какая-то обезьяна куда-то убежала. Мимо их нахер они нужны, блядь. Сейчас эти собаки, блядь. Дружище, привет. Нахуй. Будут умничать, блядь. Вот это соплята, блядь. Отдай мне манускрипт. Зачем? Он тут вовсе ни при чем, разве нет? Я уезжаю. А это пропуск. А как же будущее? А как же свободная Франция? Пора повзрослеть. Забудь Францию. Ты сам по себе. Нету одинаковых анимаций здесь, в этой игре. Вы заметили? Каждая заставка сделана, блядь. Они уже не вернутся. Они очень много сил приложили к этой игре. Очень много сил. Почему? Потому что это был прорыв по графике. И вдруг ни у кого ничего не работает. Она и сейчас, видите, лагает. Она была брошена, порезана ты на куски. Такой же, как они. Вот и самое обидное, что, блядь, такие игры-то и как раз нам нужны сейчас, вот в данный момент. С такой графикой, с красотой такой вот. С отделкой вот этого всего, блядь. Смотрите, вот деревяшки с пятнами, с переливами. Посмотрите, блядь. Не найдете места, блядь, сплошного. Сейчас я насмотрелся на всю эту говнину и понял, что вот она, графика-то была, когда, блядь. Ну, я с самого начала всегда говорил, что мне игрушка очень зашла, мне очень понравилась игра. Да, лагает она, тяжело в нее играть. Скоты эти, блядь, может поверху бегать, блядь. Скоты эти везде на каждом шагу, блядь. Мешки с говном. Тихо, тихо ты, блядь, мужик. Давай-ка поверху пойдем, на. Сейчас опять они там начнут, блядь, грызть тебя. Помойки какие-то. Мне кажется, надо потемнее сделать, блядь, потому что здесь ночей нету, блядь. Так, интересно. О, этот клоун, блядь, где-то здесь. Надо к нему зайти, блядь, сразу покачать его. Где он, клоун, ты здесь стоял? Сучонок. Столкнул какого-то пса, блядь. Вон он, блядь, где он там стоит? Забор. На башку ему только не прыгни, блядь, сдохнет нас. Вон он. Денег у меня как говна. Как косяков в этой игре.
Ну вот это не надо было делать. Он просто должен был анимацией обходить эти предметы. Они, конечно, тут много чего бы надо было изменить. Эту игру надо было делать, доделывать, доводить до ума. Но ее так обосрали. Даже драйвера были не готовы, блядь, к выпуску игры, блядь. Маркиз? Никто не подготовился к такой графике мощной. Элиза! И истории здесь интересны, и сама игра, и геймплей. Просто обалденная вещь. Кто в нее не играл, ну, блядь, извините меня, ребята, это... Я не знаю. Даже все так просрать. Куда она эта курица-то ломанулась, блядь, пиздатый еще? Надгастая. Уйдите нахуй, шелупень вонючая, блядь. Ей никто не мешает, мне. Но она дама, и... Ее везде пропускают, перехватить ее, блядь. Мерзавку. Да куда ты, кобыла, блядь, руки-то тянешь, блядь? Да куда ты, сука? Ты чё, блядь? Любовь, блядь, моей всей жизни, блядь. Вы кто? Я лишь пару су взяла. Вот. Блядь, старуха какая-то. Ну, всяко постарше, да, ее? Я искала вас, месье. Спасибо вам за Леона. Терпение вам. У меня был сын. Сожалею. Нет, он жив. Я бросила его. А после этого открыла приют. Это любовь. Иногда. Любовь тюрьма, уж я-то знаю. Этот приют в нем мое призвание. Леон говорит, что вы могли спасти Францию. Дети. Мадам Марго? Он за приютом. И заставки, и все здесь есть. И DLC-то обычно сейчас делают тяп-ляп-то. Тут вообще полностью все и озвучено, и заставка. Стой! Да, да ты, пошел гражданин! Ты нахуй. Ну, блядь, давай что-нибудь делай. Сейчас тебе стрельнут в седалище-то, блядь. Будет у тебя седалище пробитое. Ну-ка вот так прямо побежали. Ну-ка с дороги, чё. Ну чё ты не смог? Я за тебя должен. О, вот, всё, полез, блядь, полез. Хотел зайти, блядь, в окошко, ой, в дверь забежать, блядь. Всё, полез, нахуй. Ты наёбище. Тут надо Ctrl нажимать. Да какой тут нахер Ctrl? Без рук останешься. Здесь не подстроить кнопки, как вот хотел, чтобы я там две кнопки на одну, боковые. Мой здесь корабль нет ничего. Отправляется через 3 дня. И что дальше? Я добуду артефакт, а потом скроюсь. Ладно, но как? У тебя что, карта храма в кармане? Список Пуарье. Даже ведьмак рядом не стоял, блядь, по графике. Особенно по анимации, вот я знал, именно что видел такие диски. По вот заставкам. Тут. Там одни и те же вот эти. Здесь я прям профессионально сделано. Я тоже. Найдите 2 и приходи наверх. Так, точно. Дети. Сколько видео здесь, видите? Играем, блядь. 40 минут я играю, а сколько уже заставок мы посмотрели. Разных заставок, не просто однотипных заставок, как в Ведьмаке, блядь. Каждая заставка по-своему сделана. Вот какие люди заставали. Смотри, смотри, блядь, они сразу, блядь, все штыки схватили. Да на, нахуй, шесть стоит. Даниэль! Кто тот мерзавец? Теряемся, блядь. Сука, скорострел, блядь, ушли, смотри, смотри, сука, они уходят, эти чурбанёты, блядь.
Говнюки, бля, вот этих надо клоунов, блядь, это вольнуть, мне кажется, да? Они стоят, блядь, взорвутся сейчас. И залезть. Вон надписи даже какие-то. Здесь хрен залезть. Куда ты пошел, как бы? Двери. Это надо дыришку найти. Тут так строят, блядь. Вот эти мне два чурбана не нравятся, вот эти вот красавцы, блядь. Брать их нахват, чтобы они тут не... Попробуй тут по этим штукам, может, полезть. Смотрите, блядь, корпус. Все, блядь, все, контрол на контрол, блядь, контрол. Сука, как ты контрол? Там две кнопки надо держать, блядь. Вниз, по-моему, и контрол. Вот это, блядь, у меня вот... Видите, он, блядь, сука, перепрыгивает именно, блядь. Блядь, вместо контрол, блядь, нажал не, блядь. Сука, сок на меня, барокко, блядь. Вы видели, блядь? Он не двигается, он, блядь, прыжки нахуй делает. Это я уже лоханулся второй раз, блядь. Обычно ты, блядь, Е всегда лазишь, блядь. А тут Е спрыгивать, блядь. Эй, да что ты, блядь. Давай, чурбан, блядь. Нам надо выше, зачем мы сюда, блядь? Может быть, надо было выше залазить? Опять я здесь лазю, блядь. Нахуй мне... Зачем я опять сюда приперся, ты, блядь? Понять не могу, блядь. Давай, полезли наверх тогда, чё? Все вище и вище, блядь. Нахуя в окошко это прыгал? Тихо, тихо ты, блядь, ты чё уже разошёлся? Читать, чё там читать-то, блядь? Да, здесь нигде не провалишься, да. Все-таки надо было в окно это, наверное, залазить. Все правильно, я полез. Да не туда ты спрыгнул-то. Надо было седалище-то повернуть. Сука. Блять, барбус. Давай, все, спускаемся вниз. Да. Вот он, блядь, запрыгал, блядь. И вот сейчас я дожал это, как... Как надо, блядь. Их ты, блядь, куда-то запрыгнул опять. Давайте посмотрим, тут шелупень-то не ходит. Читать, что-то там прочитать надо. Где там что-то прочитать-то, я понять не могу, блядь. Блядь, Том Райдер тут раскрутили меня нахрен. Туда он не запрыгнет, блядь. Все, он уперся на борту, блядь. Вон в то окно, наверное, там лестница какая-то идет. Свалился, блядь. Сука, говно. Ай, блядь. По этим люстрам может там плясать. По люстрам, наверное, по этим прыгать. Вон там это люстра поднимается, да? Кто орёт там, блядь? Крысы, что ли, блядь? Крысячий. Просто показалось. Погоди-ка. Тебя предупреждаю. Блять. Чё уже нахуй хуй стрельнёшь? Блять, второй, сука, подскочил. Чебурек, блять. Куда ты... Это, блять, он накурился, блять. Он всё пытается то ли убежать, то ли, блять... Обосраться. Хрен поймешь, блядь. Ну иди сюда, блядь. Ты знаешь правила. Рвет он, блядь, всех на части. Может, вот здесь надо забраться? Эх,
нахер там? Чувак. Наверное, по люстрам там надо. Не пойму, как туда забраться, бля. Вот это... Как по люстрам-то здесь? По этой стороне люстр или по какой? Да ни хрена не по люстрам. Может, по люстрам чуть. Надо посмотреть, куда мы вообще бежим. Вот сюда надо куда-то подняться. Блядь, настроили какой-то говнины. Да. Говнина-то красивая. Сколько сил тут нужно. Сломал шею, блядь, и все. Даже возиться не стал. Вот так вот, блядь. Вот какие игры-то делали, блядь, раньше. А мы все в говнину, блядь, всякие Alan Wake, блядь, ставим. Дресню такую. Парашу, блядь. Ну что ты, блядь, не повис-то, блядь, на этой... Я не пойму, что происходит-то, блядь. Он что, здесь не виснет на этом? Да куда ты нахуй? Уже начинает подбешивать, блядь. Он проскакивает эти штуки, блядь. Вот сюда он, блядь, почему он за эту штуку не берется? Вот. Вот она. Вот, блядь, берись нахуй. Нет, он лезет, сука. Вон там веревка какая-то, блядь. Я, блядь, не могу понять, куда идти. Что-то я здесь вообще заблудился, блядь, в этом дресне в этой. Опять я лазю, блядь, по этой херне, блядь. Я же уже лазил здесь. Где я поднимался-то, блядь? Наверх-то, блядь. Здесь вот где-то, что ли, поднимался? Надо было с крыши идти. Чего я тут, блядь, вожусь, нахуй, с этой помойкой, блядь? Штаны надо сменить. Ну, все, блядь, повис, нахуй. Иди не можешь сюда. Ни туда, ни сюда, блядь. Я тебя быстро... На, нахуй. Что говно. Тарать еще, блядь. Да куда ты... Чурбан, давай все, лезь туда наверх. Надоел он мне, блядь, уже своими захерами. Сука. Сука, не наука, а профессия. Блядь, чего тут настроили? Хрен знает. Где эта веревка-то, блядь? Вон там этот канат. Как до него, блядь? Здесь нигде он не залезет. К канату я не могу подойти, блядь. Где этот канат вонючий, ну? Вот-вот, сюда, наверное. Вот. Куда сюда-то, блядь? Он с этого крючка слетает, блядь, как, сука, рыбина, блядь. Ну, прыгай куда-нибудь, червяк. По этим карнизам может туда наверх запрыгнуть. А вот смотрите, здесь какой-то проход. Может, сюда. Вот там какой-то помост деревянный. Сейчас ведь обнаружим. Куда он делся-то, блядь? Смотрите, невидимка, блядь. Вот он буксует, стоит. Попал ни хера. Блять, что-то я вроде уже подхожу, ребят. Мне так кажется. Наконец-то, блять, я добрался до этой дресни, блять. Нигде, блять, не зайти, бля, везде все. Че тут чемодан, блять? Тардис, ёпта. Все. Вылазим нахер отсюда. Осмотрите башню, блять. Еще осмотреть тут что-то надо. Проход, может, какой-то. Ничего. Полотенец, блин. Сейчас опять куда, блин? С карты здесь вот барокко. Вот мне сразу в минус я, блядь, ставлю за эту херню. Блядь, так неудобно. Эти мишени, сука, постоянно, блядь, пропадают. Хер поймешь чего, блядь.
какая-то говнина происходит, ну. Здесь же я нахожусь, только я не пойму, вниз надо бежать. Я еле сюда забрался, теперь вниз, блядь, иди. Тихо, тихо, куда ты полез-то, блядь? Вот здесь и спускайся вниз. Блядь, вот окно-то было открыто, блядь, смотрите-ка. Сука, я везде тут облазил, блядь, и окно оказалось под носом. Блядь. Ёпта, спустился, блядь. Баранно. Ну все, все, сейчас опять, блядь, перепрыгнет нам. Где вот эта дрянь? Не могу найти. Где вот она? Вот эта вот еще выше она, что ли? На самом верху? Так что ли? Что-то он делает, блин. Что-то спиздил. А вон там что-то листочек. Это завещание Сугерия, архитектора базилики. Он просит похоронить его под ногами монахов. И где он теперь? Вот здесь вот на это окно попробовать залить. Нет, это, наверное, там прямо вообще на крыше, наверное, да? Здесь нет такого прохода? Нету здесь. Все, слази нахуй отсюда. Смотрите, это мне показало, бля, зеленый теперь опять. Нет, надо наверх лезть. В окно, вот в это. Да не в это, в окно-то, блядь. Вот в это залази, надо. Надо как-то наверх забраться, блядь. Давай вот здесь. Тупи. Ну все, застрял. Здесь вот я бегал, блядь, да? Да, это вот вроде. Что это такое вообще? Ну чего? Что это такое вообще? Я пойму. Мне это здание уже подбешивать начинает. Реально, здесь можно где спрыгнуть? Крыса там орёт где-то, пищит, блин. Где-то здесь, наверное. Вон она, телега-то, блин. Давай, мужик. Молодец. Какой тут КПС? Не чувствуется 80, блядь. 50 вот чувствуется, да. Я был у твоей таверны. Давай, блядь, и мужика чуть не хуйнул. Видели там этот чурбан, блядь? Они к нему подходили, к которому. Блять, народу здесь, блядь, грязи, блядь. Давай. Живая игра, блядь. Так называется, живая игра. Столько народу. Все смотрит, блядь, эти сычи, блядь. Олигофрена. Тихо, только не запрыгни никуда, блядь. Ну ладно, давайте на этом остановимся. Уже седалище отсидел, блядь. А он, у него уже ноги болят. Вот такие дела. Всего доброго, берегите себя, до новых встреч.